Привет! И вы на моем канале, и в этом видео я буду снимать влог, самый обычный влог. Сниму, что происходит в школе, мои дни на выходных. Сегодня воскресенье, и вчера я не успела сделать уроки, поэтому сегодня я буду делать. Вчера я успела сделать только алгебру, и все. Сейчас я уже делаю все утренние дела и буду делать уроки. В общем, ребята, я извиняюсь, что я сегодня не снимала. Ничего не происходило интересного. Единственное, что я делала уроки, и все. Поэтому буду снимать завтра. Всем спокойной ночи. Ребятки, вообще я уже все сделал. Сейчас я буду уже кушать брауни, который вот такой вот, и пить чай. В школе никого. Ну, точнее, на моем этаже, на моем крыле. Танцуем. Авторские права мне дадут жалобу, поэтому камера. Привет, даже скажи. Привет. Оксана ищет плюшку. Что, пакетов не можешь найти? В общем, после уроков я пригласила свою подругу в гости. Тут мы сравниваем цвет кожи. Уроки сделаем. Ну, лайфхаки из ТикТока урока. А что вы там будете делать? Ты дебилка! Блин, бесишь уже! Ребята нам сказали расписание. Сейчас я вам его скажу. У нас завтра первым геометрия, вторым русский, третьим география. Тут такой почерк, что я не понимаю, что это. Но вроде тут написано география, но один моментик. У меня нету этой книжки, и у большинства в классе книжки географии нет. Поэтому я не знаю, нам не раздали географию. Также ИЗО, мое самое нелюбимое, и общество. Но на ИЗО можно хотя бы посидеть.